праздников у нас, конечно, многовато. Отдыхать любят все. Я их просто ненавижу. Огромное количество выходных они дестабилизируют. В зависимости от того, как мы будем проводить эти дни. Длинные выходные влияют на нашу расу только как вред для печени. Я не понимаю, почему люди должны столько бухать. Я за праздники, а почему же это плохо, если у людей есть возможность отдохнуть, хорошо провести время с семьей? Русская семья в праздник объединяется. Это семейное, это очень важное время. Нужно только расширять мировоззрение людей. Куда-то активно выезжает, чем-то интересным занимается. Чтобы человек всегда нашел по своим интересам какое-то занятие в этот выходной день. Наверное, надо, чтобы люди много отдыхали. Но они должны много отдыхать тогда, когда у них достаток полный. Страна не может себе позволить такое количество праздников по реальному состоянию нашей экономики. Как бы экономически не было трудно, праздников ни в коем случае нельзя лишать людей. В мае это нормально, тем более в условиях кризиса, в условиях экономического спада, пускай уж лучше люди картошку сажают, чтобы было чего осенью есть. Лучше пускай они с лопатами ходят на свои дачи. И там цветочки выращивают, кто хочет огурцы. Пусть люди отдыхают, что такого? Работать-то мы всегда успеем. Вот. Ну, а с другой стороны, кто хочет работать, работу себе найдет.